Оль, у нас план также по коленочку, да? Как обычно, план так же, как СРО, да. Тогда что-то у нас волосики не попадали на графин. Сейчас я еще возьму, что-то... Так, немножко юбочку одернуть, чтобы от складок каких-то не было. Ой, да? Что-то там растянулось. Это вот сейчас... Привет всем, кто преисполняется оптимизма и энтузиазма уже при одном упоминании об отечественной популярной музыке. Меня зовут Нюша, и это русский чарт в эфире Муз-ТВ. Зима, лето, весна или осень на дворе для нас не имеет никакого значения. Мы слушаем лучшую российскую музыку и предлагаем вам голосовать за новых участников русского чарта. Я совершенно уверена, что вы прямо сейчас, в это самое мгновение, уже голосуете за своих фаворитов. И ни секунды не сомневаюсь, что вы обратили внимание на отсутствие в списке претендентов нашей любимой дискотеки «Авария». Не волнуйтесь, это объясняется очень просто и радостно. Дискотека «Авария» с клипом «Качели» вошла в чарт и стартует с 10 места. Вы замечали, что у дискотеки «Авария» практически все песни вдохновляют на подвиги, на мечты, на путешествия и поиски себя? В общем, мотивационные такие песни. Правда, на этот раз клип скорее приключенческий. Ну а что, все логично, ведь жизнь – это качели вверх-вниз, туда-сюда. Кстати, о качелях. Эмина на этой неделе болтает не слабо, минус 3 пункта. Между прочим, Эмин не просто так снялся в клипе с самой красивой девушкой мира. Эмин – это практически тот герой, который принес красоту в нашу с вами жизнь. И в начале ноября его стараниями, ну не только его, конечно, но он там не последний человек, в Москве будет проходить конкурс «Мисс Вселенная». Впервые за всю историю конкурса красавицы приедут именно в Россию. Пока вы осмысливаете эту приятную, невероятную информацию, я приглашаю на сцену, то есть на 8-ю ступень, Веру Брежневу. Вера Брежнева недавно простудилась и даже потеряла голос перед большим сольным концертом, кстати. Представляю, что ей пришлось пережить. Врачи посоветовали певице просто молчать весь день до выступления. А вот уже стоя за кулисами и собираясь выходить на сцену, Вера почувствовала, что болезнь отступает. Так всегда бывает у нас артистов. Сцена все лечит. Не сомневаюсь, что со мной согласятся и парни из группы «Маяковский». Самое печальное, что может случиться с молодым поп-коллективом, это остаться группой одного хита. Дорогие Маяковские, мы ждем от вас новых произведений, таких же запоминающихся, оригинальных. Ну и с нетерпением ждем, конечно, от вас подъема по ступеням чарта. Привожу вам в пример А-студио с Игорем Яковлевичем. Были 9-ми, а сегодня 6-е. Какие наблюдательные у нас люди. Я просто удивляюсь иногда. Поклонники заметили, что у Кэти Топурия, которая, как известно, совсем недавно вышла замуж, не носит обручальное кольцо. О, ужас! Первое, что пришло в голову бдительным фанатам. Что в молодой семье, возможно, уже какие-то проблемы. Друзья, давайте не будем лезть в чужую личную жизнь. Кольцо Кэти такое прекрасное и редкое, что девушка боится его потерять и просто хранит его в сейфе. Успокоились? Смотрим клип Димы Билана. Если некоторые певицы любят выступать не очень тепло одетыми, то многие певцы предпочитают раздеваться в процессе. Вот как Дима Билан, например. Причем он не просто срывает с себя одежду, он еще и объясняет причины такого поведения. Оказывается, это все эмоции. Ему просто в момент исполнения особенно проникновенных песен хочется снять и отдать буквально все зрителям. Не знаю, кстати, остается ли это только порывом и ограничивается ли раздеванием. Действительно снимает и дарит одежду людям. Я пока таких экспериментов не проводила. Да, это была я. Но у нас на повестке дня обзор мест с 10 по 4. А это действительно важно. С 10 строчки стартовала дискотека «Авария» с новым клипом «Качели». На 9-ю позицию рухнул красавец Эмин со своей «Амор». Вера Брежнева уверяет нас, что у нее сегодня хороший день, и я ей верю. Чтобы стать свободной, он от меня ничего не ждет.
Седьмыми стали ребята из группы «Маяковский». Минус 2 пункта. Игорь Крутой и А-студио, похоже, возвращаются к борьбе. Они сегодня поднялись на 3 позиции, стали 6-ми. Дима Билан начал свое восхождение к вершине. Сегодня он уже 5-й. А я 3-ю неделю остаюсь 4-й. Что бы это значило? Мы подошли к самому интересному, к тройке лучших. И на 3-м месте снова группа, которая по оценкам некоторых критиков достойна звания самого успешного проекта 2013 года. Не будем спорить, песни группы «Пицца» звучат отовсюду. А если учесть, сколько у них концертов в самых разных уголках нашей огромной страны, в общем, «Пицца» обладает мощным оружием и, похоже, знает, как им пользоваться. А сейчас начинается главная интрига сегодняшнего чарта. Если я скажу, кто на второй строчке, вы сразу поймете, что на первой кто-то другой. Ну, вы поняли, лидер сменился. Не знаю уж, будете ли вы рады и счастливы, или расстроитесь за Анну Плетневу, но группа «Винтаж» сегодня оказалась второй. А кто стал первым? Пока вы пытаетесь сообразить и посчитать, посмотрим еще раз клип «Знак Водолея». Он такой красивый. Вы, возможно, не в курсе, но ведь Анна Плетнева не только певица и солистка коллектива «Винтаж», она еще и продюсер. Сейчас под ее крылом музыканты группы «Достучаться до небес», и Анна дерет с них 3 шкуры. Говорят, она просто игнорирует слова «устал», «заболел», «нет настроения». Но, мало того, продюсерша контролирует даже личную жизнь парней. О как! Не уверена, что Максим Фадеев также строг со своими подопечными. Тем не менее, они сегодня победили! Это были наши новые лидеры, девчонки из группы «Серебро». Ни на минуту не переставайте голосовать за своих любимых артистов на сайте muzdefis.tv.ru. Без этого нам никак. На этом у меня все. Вы смотрели первый октябрьский русский чарт. С вами была я, Нюша. Люблю вас. Пока-пока.